На часах не было еще и 5 утра, когда Владимир Галочкин позвонил своей соседке Валентине и попросил прислушаться к непонятному треску. А уже в 6:15 5 угловых квартир дома по улице Пушкина в Юрьевце сложились как карточный домик. Бдительные жители сами себя спасли. Когда ходуном заходила мебель, побежали будить соседей. У нас вывелись сразу, значит, двое вышли с 5-го этажа, сразу позвонили. С третьего этажа вышли, они уже на цели были. Он меня позвонил, как старший по дому, у меня в 10:05 позвонил, сказал, что дом трещит, давай выходи, что-то будем делать. Я вышла, посмотрела фундамент. Фундамент весь был уже в трещинах. И пока мы выводили, вот женщину старую, 90 лет, со 2-го этажа вывели. Потом, пока уже все вывалились, вышли на улицу, вот обвалилась сразу. От гибели 19 человек отделяло 3 минуты. Рухнуло, как только вышли. Сначала угол, чуть позднее межэтажное перекрытие. Жильцов уцелевших квартир выводили сотрудники МЧС. Никто не пострадал, только чудом. Это грохот, просто грохот. У меня мы на 3-м этаже кровать. У меня вот так заходила. Ходуном я чувствую, что потому что мы вот на этот угол всегда говорили, что у нас трещит, трещина большая. Я так и подумала, на этот угол вот вышла на балкон. Балкон у меня с этой стороны. Гляжу, правильно, угол-то упал. Дом 1973 года постройки. Двухподъездный, кирпичный, чистый и ухоженный. 5 лет тому назад по зданию побежала трещина от фундамента и по 5-й этаж. Здание возведено на болотистой местности. Плюс, рассказывают старожилы, фундамент был рассчитан на 2-этажное строение. А в советские годы нарастили еще целых 3 дополнительных этажа. Обращались, и домоуправление знало об этой усадке. Знало, руководство знало. Но они, если бы это не знало, они это летом пригнали. Они делали нам, делали пеной, только пеной штукатурили, запенивали. Запенивали, ну и что вот эта пена? Если когда он весь почти уже отвалился, угол, то какая-то пена-то разве поможет? И маленько заштукатурили. Ну вот результат, ничего, вот это терпимо. Вот весь, ну, никто не ожидал такого чуда, никто не ожидал. Думали, что зиму проживем, до весны будем уже другие меры принимать, но, увы. На месте ЧП в пятницу работали 185 человек личного состава МЧС, 45 единиц техники. Прежде чем приступить к разборам, спасатели объявляли 5-минутку тишины. Кинологи подтвердили, пострадавших нет, а значит, работать можно с использованием тяжелой техники. Уже к вечеру в дом обещают пустить жителей, чьи квартиры уцелели хотя бы на час, чтобы забрать теплые и ценные вещи. За работой спасателей внимательно следят местные жители. Около 12 часов дня в Юрьевец прибыл борт Ми-8. Он доставил мобильно-диагностический комплекс «Струна», который и прояснит ситуацию, насколько опасен или, наоборот, безопасен данный дом для дальнейшей эксплуатации. С Нижнего Новгорода экстренно на вертолете МЧС сюда доставлен был диагностический комплекс «Струна» с персоналом 12 человек. В настоящее время они приземлились и следуют к месту дома для организации работы по диагностике дома. С пострадавшими встретился временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Он пообещал, что без крыши над головой не останется никто. С понедельника начнется выплата компенсаций. На ближайшие 3 дня все нуждающиеся обеспечены горячим питанием. Из обрушившегося дома эвакуировано 54 человека. Около 30 воспользовались предоставленным общежитием. Остальные отправились к родным. Что касается дальнейших действий, я говорю, по результатам обследования будем уже принимать решение. Аварийный весь дом и как обеспечивать людей жильем. Говорю, но никого без внимания не оставим. Будем разбираться с каждой квартирой. В 17:40 от инженера мобильно-диагностического комплекса «Струна» поступила информация, что ни один из подъездов дома не пригоден для дальнейшего проживания. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Юрьевецкий район.